одену, ты меня тоже идентифицируешь. Да, как я могу тебя не узнать? Thank you.
по этому вопросу. И о том, что 400 человек в Думе голосуют за это. Это вот результат того, что требовали голосовать за кого угодно. Никогда нельзя голосовать за кого угодно. Олег, комментарии какие-нибудь? Люди, как всегда, ходят по площади, расписываются, оскорбляют правительство и президента, и очень рады этому. Да, ему все равно. Да, ему все равно, он их имеет весь остальной месяц. Что мы радуемся?